Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА сериала. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр с самого начала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра, и не забывайте, что в комментариях не стоит спойлерить и оскорблять участников партии. Испанец со мной не воюет, Петру строит. Молодец. Следующий ход объявлю войну, я подвожу армию. А, у тебя там что-то стояло, блин, я не видел. Так, еще по одному слонику и все. Образование, что ли, он уже открыл? Американец. Так, торговый путь, а тут военные лагеря. Блин, ну это нечестно. Надо отступить. Блин, что-то я не посмотрел, что самураям-то военная тактика нужна, а не это. Не мечников не заменяют. Так, военные лагеря производства, плюс 2 золота. Not all who wander are lost. Картография. Так, пойдемте-ка мы в универы, в образование, вот сюда вот. Повышение доступно. Сириус, посмотри предложение. Так, это кто говорит? Бразилец.
Тебе еще что ли нужно голды? Ну да, у меня много раболетчиков. Трындец, у меня тут лагерь высветился, лагерь этих варваров. 4 коня сразу принял. Один из них с луком. Видимо, скаут приходил. А ну, что ты же вышел? Возрождение. Американец уже в возрождении? Нет, Лёш, это ты в возрождении. Да. А, я не скажу, через что я вышел в возрождение. Порох, наверное. Это будет мой маленький секрет. Ну, в общем, Сириус, твоя задача там военный лагерь расфигачить и потом Филадельфию своими арбалетами. По идее, юнитов-то мы тут побили. Два довольства из-за усталости от войны. Плохо. Хотя один ход остался, пускай вырастет. Надо спасти слона сюда поставить, а этого сюда вывести. И попробовать убить рыцаря. History is the version of past events that people have decided to agree upon.
Водолеизм. Водохлебство. Так, кто там денежки есть? Лагерь следующим ходом будет взят. Там не хватает для апа. Я еще успею апнуть этого слоника. Повышение. Против морских юнитов. И сейчас еще каравелку следующим ходом. 135. Надо с кого-нибудь еще выцегонить денежку. 62 у бразильца. Так что там, вести с полей какие-нибудь есть? Ну, лагеря нету. Ну, сейчас тут убивают юнитов американца. Сейчас у него закончится юнит. Я, честно говоря, не знаю, зачем ты, американец, строишь юниты и их сюда вводишь. По-моему, проще сделать оборону вот на своем перешейке и все. Или ты надеешься все-таки Филадельфию сохранить? Нет, ни на что не надеется. If I were again beginning my studies, I would follow the advice of Plato and start with mathematics.
Так, два задания городу в государство выполнил, отлично. В Стокгольме уже 6. В Преславе пока 4. Исаак Ньютон? Что дает Исаак Ньютон? И кого ты спрашиваешь? Я просто увидел ученого. Мне кажется, что американец нас обиделся и не разговаривает больше с нами. Ньютон? Все стратегические вам секреты рассказываю, их против меня используйте. Я теперь молчать буду. Какие ты секреты рассказал нам? Которые мы против тебя использовали, да. Ньютон дает, строит библиотеку и универ. Да. А, и универ и библиотеку строит, и универ дает плюс 2 науки. Угу. То есть у него ученый, который дает библиотеке науки, и ученый, который дал ему науку. Науки с универа. Прекрасно. Удивительно, почему мы с ним воюем? Даже не могу предположить, почему. Чего там на Сириусе, кто хотел? Да нет, я говорю, что там великие люди вкладку открываешь, там прежде наняты есть. И там все показаны. Сколько стоит тут купить клеточку? 50. Надо будет следующим ходом купить и, наверное, тоже кампус начать строить. Так, что у нас каравеллы? 50. Быстрый исследовательский юнит. Но 50 против... Против... Так, ладно, сейчас надо тут с юнитами разбираться сначала. Прикольно, я сходил рыцарем в тот ход, когда защита у лагеря была 0. И сейчас я стою на лагере, у которого как бы есть защита. Он стены построил или нет? Ну, как бы... Я стрелять не могу по нему. А разграбить? Тоже. Хотя у рыцаря все очки перемещения. Рыцарь вообще у меня... А нет, он может... Ну, я смотрю, там уже японец с осадной башней подошел. Я так думаю, что следующим ходом у Филадельфии не будет ХП. Проблема в том, что там только на юниты действует. Что? Какая проблема? Что осадная башня только на мои юниты будет действовать. И она уже не будет действовать. А что, убили? Да. Ничего себе. Короче, поставлю на автомат исследования, уже пускай автоматически исследует. Да, серьезно, каравелка бьет.
Триреме. Маяк, я тут не достроил, что ли? Ты кому-нибудь идут штрафы отвели? Мне идут. У меня в Дели минус 3, ну, чисто усталость. В Агре минус 1, во всех остальных городах нету. Американцы-то еще хуже. У него против Индии воюют. А так он же, не он же мне войну объявил, а я ему... А не важно, по-моему. Не-не-не, там, по-моему, важно. Важно, мне кажется. Ходят слухи, что Филадельфия грозит осада. Так она в осаде. Ей не грозит, она реально в осаде. И вот она снята. Не, вообще написано, что пребывание государства в состоянии войны дает усталость от войны. Не написано, что важность. Это, видимо, то, что сильнее она идет тому, кто объявил. О, редкие ресурсы. Круто. Слушайте, так мне тут вообще повезло с городами-государствами. Сейчас еще счастье получу. Я лучше постою. Ну, так я еще так неплохо город могу атаковать. Мне надо каравел настроить, слушайте. По-моему, американец было проще отдать эту Филадельфию, не тратить производство, деньги. Она как-то так слишком стоит, ну, она легко берется слишком. А он из этого лагеря может тебя обстреливать, Сириус? Не знаю. Знаю, вроде бы обстреливал меня. Но сейчас почему-то я уже могу этот лагерь обстреливать. Какая-то фигня. Да, я вижу, что там стены снимаются. Вот синяя полоска, она уменьшилась только что. А барьерный риф в итоге чей? Французский или бразильский? Я что-то не понял. Испанский. Испанский. Нет, наверное, я не про то. Голополосские острова? Ну вот то, что вот между вами, бразильцы и французы. Ну, он там пополам разделен. Они же большие. Ага. На 6 тайлов. Ну,
Ну, походу, следующим ходом, по идее, Филадельфия должна взяться. Но американец продолжает чудеса строить. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. Заходите на сайт 2GIS.ru и совершенно бесплатно скачивайте приложение для вашей платформы или операционной системы. 2GIS, если быть точным. Бразилец, девочка. Значит, уменьшается. О, два хода. Спасибо. Француз, а что это тут луков-то подвел так к границам? Напасть хочу. А что, я не могу? Напасть хочешь? Собрать. Вот так вот. Посмотри предложение, пожалуйста. Благородных спонсоров войны тут грабить собрались. Это прошу мировое сообщество задуматься. Француз не участвовал в той войне. Хочет француз напасть. Мне кажется, ты бы как бы думал о том. Француз там в войне не участвовал. На бразильц. Луков тут каких-то подвел, непонятно, что ему нужно. Хочет твои города захватить. Вообще армии нету. Да. Нету армии совершенно, это первый по науке. Как думаешь? Логично? Первый по науке, господи, 46. У Сириуса 49. Тут вот такой это, разрыв прям колоссальный со всеми. У Сириуса армия есть, вот в чем проблема. Ну хочешь, построю я тебе армию. Ну построй. Мы все хотим, чтобы ты построил армию. Вас вы так настаивали. Француз в той войне не участвовал. Как бы, вот. А, он еще и сам в войне не участвовал. Да. Кошмар. Не, ну почему? Он подходил с тараном своим. Ну, подходил. Пытался. Ну тут в основном воюю я, испанец и японец. Француз так подходил, посмотрел, что-то там. На самом деле мне неудобно здесь вообще. И он решил, что типа, а что я в армии пропадать? Пойду, захвачу. А что вот восклицательный знак над рыцарем сейчас у тебя, Сириус? На каким? Около Филадельфии, справа от Филадельфии. Фиг его знает. Варвары заметили ваш город, написано. Почему-то над этим восклицательным знаком. Сириус, ты варвар, ты заметил его город. И сейчас пойдешь рассказывать всем. Американец, ты посмотришь предложение? Так, акведук тут не нужен. Давайте стены построим. Так, города, государства больше ничего не хотят. Занзибар хочет развлекательный комплекс только. Ну,
С развлекательным комплексом сорян. Так, тут 3-1. 6-3-2. Ну, слушай, эти все три города-государства мои пока, надолго причем. Потихоньку по одному послу туда в них закидывать, и норм будет. Пал Саныч заключил мир с американцем. Так, давайте, наверное, в Агру отправим. А чё мне недовольство падает просто копать? Ну толку ноль. Да ладно, предатель, не оправдывайся. Это логика. It is the mark of an educated with the advance of feudalism. Сириус, а видишь рыцаря, который у тебя не ближний кавалерий, а чуть ближний? Да, мы уже взяли его, наверное, конечно, поработали. Да, ой, блин, потом побежал, взял, проатаковал лагерь. Ну, я захватываю, наверное, Филадельфию. Ну и сжигаешь, да, соответственно? Естественно. Ничего, я сегодня как слон идут все. Сейчас на то же место город и сразу Халецкому войну все объявлять. Ну, имеет смысл дальше с американцем воевать? Что имеет смысл? Ну, я просто думаю, может мне мир с ним заключать уже. Ну, я думаю, да, если он хочет. Только я не могу. Так. Француз, куда это твой миссионер поплыл? Стокгольм. Хотя, ты знаешь, я в принципе не против, если ты в мои города обратишь в свою веру. У меня-то религии нету. Француз, ну, ты... и что ты хочешь взамен? В смысле... Ты предлагаешь вот обменять, и ты не будешь нападать? Ну да. Мир до какого хода? Ну, 30 ходов. На 30 ходов? Хорошо. Не, все-таки мне нравится 6-я цила. У меня меньше всех науки, но я впереди по научному дереву. Все-таки что-то тут прикольно. Я молодец, по-моему, нет? Нормально. С регаты идешь. Почему мне для ускорения фрегатов надо уничтожить врага мушкетером? Корпур применить. Чтоб никто не догадался.
Так. Пошли слонов обрабатывать. Так что, все-таки не, вы не воевали, французы и бразилец, или чего? Мы договорились. В общем, Франция сняла дань с Бразилии, я так понял. Подвела юнитов. Да? Ну да. Все равно лишний. Надо делиться. Надо выходить во фрегаты, строить кучу фрегатов и захватывать американца окончательно. Сначала хочу пристань, верфь построить. Потом кучу фрегатиков. Тут, мне кажется, все на воде будет решаться. Бразилец, как мне кажется, на данный момент не соперник в плане войны и там прочего. Он чисто на развитие играет. Тем более у него в эту сторону, ну вот один город, ну максимум Рио-де-Жанейро, да? То есть я к тому, что вот плыть ко мне захватывать. Сопилку это надо арбалеты открывать, я их не открывал. Сан-Франциско, Новый Орлеан, нормальные города. Можно брать. Что-то я слишком много слонов построил, по-моему. Такая же проблема, некуда девать армию. Так, как... стоп, а разве висячие... висячие сады, он в том городе точно. Можно заново висячие сады строить, если кому надо было. Да, способ отомстить, если у тебя вывели чудо. Че, американец, заключай мир? А, видите, уже на своей территории нельзя убирать. Так, ладно. Что у нас, кстати, по науке? 49, 60. Что-то я уже и по науке неплохо себя чувствую внезапно.
Да, можно вот тут колодец построить, в принципе. Плюс 7 к боевой мощи против других тяжелых кавалерийских юнитов, плюс 7 при обороне от тяжелой кавалерии. А, давайте против других. Новый Орлеан, Вашингтон. Пойдем откроем другие города-государства. Но мне вот свои три надо держать в обязательном порядке. Особенно Стокгольм, кстати. Сейчас дружбу ты не придал, испанец. Я просто не вижу предложения, кто мне кинул. Я. Ну, у кого ты денег попросил? А, сейчас. Ну, следующим ходом уже. Я просто оповещение, они группируются в кучку и не убираются, тем самым я не могу определить, там есть что-то новое. Раскрапление. Так, давайте вообще глянем, что у нас тут есть. Ну, олигархия мне, пожалуй, нравится больше. Мне не нужны очки великих людей пока. К строительству людей тут все нафиг. А где я тут? Я не вижу твое предложение, дружба. Оно не дошло, что ли? Так, плюс 50 кавалерии нафиг надо. Можно уже... Смотри, может там листается. К производству стоит. Морских юнитов. Не, вообще сначала давайте мы поставим на содержание юнитов уменьшается, так? Теперь экономика, культура и науки от международных торговых путей. В принципе, можно поставить вот, вместо строительства военных лагерей. Так, теперь Стокгольм. 6-3-2, нормально. Преслав 4-1, нормально. Занзибар 3-1. Так, давайте-ка мы в Занзибар 1 отправим. Морская традиция. Бразилец. Делегации к ним отправил. И университет. Начинаем в Агре строить. Приканец, позволишь? Граница открыта, а то не застряла там. Судно. Подарю. Блин, лечиться не могу тебя. Красители, кстати, можно обработать. Сигне is a 250. О, Цидюбемараха. Чё ругаешься? Ну это ты так свое чудо обозвал. Женева. О, Джоэл и Сириус.
За Женеву, типа, боретесь. Плюс 15% науки. Да, круто. Женева крутая. Да, анархия — это зло. У тебя тоже, да? Ну, я сейчас пришел, это, думал, как бы открыл новые эти ячейки, думаю, сейчас меню на халяву. Все, перешел, хоп, и анархия, два хода. Минус 37 голды, 0 науки, 0 культуры. Как-то им надо объявлять, не знаю, тут реально сменил просто так. Юниты распускаются, города несчастливы. В принципе, кошмар. Мне быть сюзереном именно Стокгольма, мне кажется, не важно. Смотрите, район дает плюс одно то, что очко великого вашего типа. Ты первым открыл Женеву, Он не открыл Карфаген. Джакарту, Женеву ты открыл, а Карфаген нифига. Бывает. Чё, и по ноль науки вход у вас за это? Да, да. И ноль культуры, наверное, да? Да, ноль культуры. О, почему тут? Так, а по какой причине я могу... Точнее, по какой причине на каких-то из клетках я не могу строить ступенчатый колодец? Рядом есть ступенчатый колодец, значит, не можешь. Ага. Вот это поворот. Ну, довольно читерно было бы, если так настраивал, там они жилье дают. Ну, вот, а миссия вообще такое ни о чемное построение. Учитывая то, что у всех суши-то все-таки не так много. А что она там, веру и культуру дает? Ну, две веры, одну науку. Ну почему? Нормально. Если у тебя есть религия, если ты там теократию какую-нибудь примешь. Покупать юниты за веру. К тому же, по-моему, она там как замок выступает, нет? Нет. Да, фигово, без речек. Очень мало их. Что? Третий ход анархия. Ну что за капец? То же самое. Сколько она будет продолжаться? Три хода, по-моему, как раз и будет. Блин, у меня есть еще слоны. Каждый слон 3 золота содержания требует. То есть, с одной стороны, они, конечно, сильные. Они, считай, вот как рыцари. Но при этом только на 2 клетки ходят. И требуют много содержания. Так, великого ученого... А еще нельзя покупать миссионеров и апостолов. Комплекс великого музыканта. Или это наш вопрос, или можно покупать анархию? Не, можно. Хоть что-то. Фига себе, в Бразилии больше гаваней, чем у меня. Еще все в гаванях. Блин, так он вполне может и повоевать на кораблях-то.
Вообще, кстати, проще всего смотреть, сколько у кого кампусов по великим ученым. Я вот могу сказать, что у бразильца 3 кампуса, у Испании 3 кампуса. Неправильно. 2 кампуса. 2 кампуса? А почему у тебя тогда 3,6 великого ученого? Ну, за Библ там капает. А, у тебя еще чудо построено? В одном кампусе библиотека. Или она что там? Тоже дает. Ну да, она же дает очки. Ну, дает очки, но сколько? Давай глянем. Одно. Одно очко, да? А, ну да. Одно очко от двух кампусов, одно от библиотеки и еще процент от этой торговой республики или какого-то там правительства. Ну да, да. От античной республики. What can be labeled, packaged, mass-produced is neither truth. Ну что, открывать уже? Прямые паруса. Или погодить пока? Так, а где у нас фабрика? Индустриализация. Все, забили на универы, я считаю, надо идти в маяки. И в пристани. Маяки и пристани. Еще где-то КГшка должна быть. Женева, Джакарта, наверное, сверху еще. С бразильцем надо мир, ну как бы там союз заключать, вот это вот все. И не бояться, что он на меня будет нападать. Алмазы есть. Красители у Франции. Ну, японцы тоже много чего вкусного. Так, к американцам ничего не будем посылать. Ну, все-таки ресурсы у всех разные, прямо скажем. Tradition and the future. A
and we look with pride and confidence in both directions. Ну, пока нет смысла менять политический курс. Культура, два золота и содержание меньше. То есть надо, я поменяю потом на создание морских юнитов древнего мира и античности. Ага, это не совсем тот. Это морской юнит возрождения. Что мне надо открыть, чтобы... Морские юниты возрождения. Довольство в городах с гарнизоном. О, кавалерианизм. Ну, это далеко, честно говоря. Давайте союз. Так. Куда караван мне будет давать и производство, и деньги? Вот к бразильцу, например. В Преслов. Кстати, в Преслов побольше. Давайте-ка в Преслов отправим. Да, американцы, что была Филадельфия, что не было, 75 науки. Ну, он универы, видимо, построил. Что, пора снова восстанавливать? Да, нет, вообще-то. Ну вот у меня нету универов, у меня 64, давайте меня останавливать. Давайте. Давайте. Давайте, точно. Беру лес все-таки. Да блин, жал сюда вот, чтобы походить, нифига не походил. Юнит. О, великий человек, полководец. Да, Лёш, примешь мою делегацию, если я тебе отправлю? Ну, да. А ты так не принимаешь, да, пока не согласятся, да, твою принять? А как же. Ай, блин, надо, наверное, военный лагерь строить. Хотя, блин, сейчас я не могу военный лагерь построить. Промышленную зону. Так, давайте-ка строителя. Так, со счастьем у меня вообще сейчас должно быть все очень хорошо. 5-2, а если чисто на производство, 5-2. Ладно, тут. Вот тут жилья не хватает. Тут можно нашу уникальную постройку сделать.
В Мадурае 6-1. О, начали наконец показывать религию в городах, в которых еще нет религии, ну, в смысле, прогресса. Точно, действительно. Ну, наконец-то. Ну, это дебильное, конечно, было. Да, блин, они выпустили сырую игру и просто на нас ее... Мы бета-тестеры, понимаешь? Мы бета-тестеры. Да, это понятно. Непонятно только, почему мы. Ну, потому что мы дурачки. Почему? Те, кто согласился играть, те и стали бета-тестеры. Согласились играть, заплатили свои деньги... Не, на самом деле, то, что они оставили практически все механики с пятой цивы, это, конечно, очень большую роль сыграло. Ну, блин, просто вот сейчас уже в пятую циву, ну, так неохота играть. Вот прям, лично меня прям ломает просто. Да, конечно, она ебаная. Где ваш третий, где ваша третья ГГшка? Джакарта, Женева, а где третья? Выше Джакарты, что ли, правее? Ну, там ищи, там Карфаген. О, апостолы три раза могут распространяться, прикольно. Ой, апостолы, миссионеры. Так, гавань построена, верфь. Давайте теперь. А сколько стоит верфь купить? 530. Так, стены есть. Амбар. Бразилец, у тебя сколько гаваней? Мало. Но конкретнее там 1, 2, 3, 8. Ну мало, что тебе еще нужно-то? Ну, я вижу 4 как минимум. Жесть. Я просто только 4 города его и вижу. И во всех них есть гавани. Не, так а что, это нормальная тема, кстати, гавани, а чего ты? Они производство дают и... Лично мне вот они реально больше, чем коммерческие районы нравятся. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение смотрите, скорее всего, завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.